Давайте нарисуем персонажа-призрака. Пол определит ваш художественный опыт. Если меньше 5 лет, то мальчик. Если больше, то девочка. Если у вас есть кошка, рисуйте длинные волосы. Если собака, короткие. А если нет животных или любое другое, то волосы будут средней длины. Цветом волос станет цвет обложки вашей любимой книги. А цветом глаз будет цвет вашего любимого фрукта. Если вы любите смотреть ужастики, то добавьте персонажу шрамы. Если любите фэнтези, то добавьте клыки и заостренные уши. А если и то, и другое, то добавляем все. Одежда будет сочетать в себе 3 ваших любимых цвета. А вот что получится.